Всем скорости, с вами Смирнов. Я больше не сегодня. И сегодня, да, ребят, я опять записываю информационное видео спустя столь длительное время. И это видео весьма важно для меня. И, наверное, для тех, кто хочет уже заказать себе превью. Да, ребят, как вы уже, наверное, увидели в посте в сообществе, я теперь занимаюсь превью на заказ. Я уже сделал группу ВКонтакте, в которую вы можете попасть по ссылке в описании. И, разумеется, сейчас я расскажу вам, что да как. Поэтому давайте не будем долго тянуть и поскорее начнем. И с самого начала хотел бы сказать, что на данный момент я занимаюсь только превью. Никаких там шапок канала, аватарок или каких-нибудь постеров. Нет, только превью. И превью я делаю по трем категориям. Простые, средние и сложные. Чем же они отличаются? Давайте начнем с простых. Простые превью, вот вам специально пример. Простые превью, они простые превью. Там просто есть ваш исходник, который вы мне скинули. Фон, текст по вашему желанию и все, что должно находиться на этом превью по вашему ТЗ, то есть техническому заданию. И, разумеется, там будут всякие свет, эффектики, но не все будет слишком так уж проработано. И превью будет стоить не так уж и дорого, всего 300 рублей. Далее, как вы уже поняли, идет средний превью. Чем же оно отличается от простого превью? В принципе, оно отличается тем, что там больше внимания к деталям, и там есть контурный свет. Я только сейчас понял, насколько это ужасно. И, как я уже сказал, там есть контурный свет, который сейчас достаточно популярен в большинстве превью. Поэтому, думаю, такой вариант превью вам больше всех будет подходить, потому что этот вариант превью будет более кликабельный. Разумеется, также для него требуется ваше техническое задание, ваш исходник или описание исходника, которое я должен найти в интернете, и, разумеется, текст, который вы, возможно, захотите добавить на свое превью. Данный вид превью стоит 500 рублей, и, конечно, это дороговато, но, так или иначе, товар оправдывает свою цену. И, разумеется, последняя категория превью – это сложный превью. Чем они отличаются от тех же самых простых превью и средних превью? Там еще более всего запарно. Объясню сначала косвенно. Если вы хотите, чтобы я добавил на превью свой исходник, сделанный лично мною в 3D, то есть по FNAF, там, по S.T.A.L.K.E.R., по Half-Life 2, по Team Fortress 2 и так далее, то вам придется платить 750 рублей. Потому что, ну, я занимаюсь еще 3D для этого. И так или иначе, это стоит отдельных денег. И как же это вообще работает? Например, для вот этой работы, которую мне пришлось делать специально для этой группы ВКонтакте, мне пришлось сделать вот этого Фредди, вот этого Спринг Бонни и вот эту надпись. То есть, да, мне пришлось полностью, практически с нуля, переделывать логотип фильма по FNAF. Зачем? Только потому, что мне захотелось показать вам, как будет выглядеть сложное превью. И да, как вы уже услышали, оно будет стоить 750 рублей. Как-то так. Как видите, я сейчас пересел на середину, чтобы вам кое-что объяснить. Как вообще производится оплата? Если вы хотите заказать, допустим, среднее превью, что я вам настоятельно рекомендую. Почему? Потому что оно и недорогое, и красиво выглядит. Ну ладно, для нынешних школьников оно достаточно дорогое. Допустим, как я уже сказал, вы захотели заказать среднее превью. И что вам для этого нужно? Просто заходите в группу, нажимаете среднее превью и пишите мне: «Привет, я хочу заказать это превью». Я говорю: «Хорошо, вы мне присылаете исходники, присылаете ТЗ, я пишу, вы мне присылаете деньги, я скину вам нужный файл, чтобы вы смогли перекинуть мне по Сбербанку, потом я скину вам превью. Если у вас будут какие-то правки, то не стесняйтесь мне о них писать. Я постараюсь добавить или убавить, что вы мне напишете».
И потом я уже скидываю вам, если были какие-то правки, уже готовое превью. Вам оно понравилось, вы мне уже скинули деньги, я уже вам скинул превью. Так или иначе, все в шоколаде. Все, попрощались и разошлись. Надеюсь, я понятно для вас объяснил, что да как здесь работает, и вы все поняли. Ну а пока на этом все. Если что, заказывайте у меня превью. Как я уже говорил, ссылка будет в описании на группу ВКонтакте. Если у вас, конечно, есть средства и нужда в этом превью. А с вами был я, Соня. А я вам хочу пожелать удачи и челедогов. Всем пока!